18 октября в сельской амбулатории поселка Кончезера Кондопурского района высадится десант здоровья. Медики расскажут, как отказаться от курения, преодолевать стресс, вести здоровый образ жизни, а также проведут экспресс-диагностику холестерина. Большой этнографический диктант пройдет 1 ноября. В заданиях будут 30 вопросов, 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. В Карелии диктант будут писать на 10 площадках, 7 из которых в Петрозаводске. Дорога Ланец-Петкеранта отремонтируют. За несколько лет планируют обновить проезжую часть и благоустроить трассу, сделать освещение, тротуары, пешеходные дорожки и переходы. За минувшие сутки жители Сартовала перевели дистанционным мошенникам более 100 тысяч рублей. Две женщины поверили лжесотрудникам банка и потеряли 13 тысяч и 6 тысяч рублей. Мужчина перевел мнимому заказчику за грузоперевозки 97 тысяч рублей. На базе Вепского этнокультурного центра в селе Рыбрика создадут музыкальную студию для школьников. Она появится в рамках проекта «Музыкальная волна», который направлен на сохранение вепского языка, его развитие и популяризацию среди детей и молодежи.